Эта рождественская ель претендует на звание «самой дорогой в мире». Она украшена ювелирными изделиями стоимостью более 11 миллионов долларов. Установили ее в фешенебельном отеле Emirates Palace в столице Объединенных Арабских Эмиратов. На ель повесили более 130 драгоценных украшений, которые предоставил местный ювелир. Администрация отеля теперь планирует обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы эту рождественскую елку официально признали самой дорогой. Наша цель – предоставить всем посетителям и постояльцам возможность стать частью чего-то действительно особенного и уникального. Туристы и гости отеля останавливаются около уникального дерева, чтобы сфотографироваться или просто на него посмотреть. 13-метровую ель, украшенную ювелирными изделиями, поместили под основным позолоченным куполом отеля. Здесь же находится первый в мире автомат по продаже золотых слитков, который установили в начале года.